Всем доброе утречко. Мою любимую скамейку заняли. Даже две. На солнце садиться не хочется. Поэтому будем общаться на ходу. Так, церковь мне сегодня не надо. Я уже заходила на днях. Свечки ставила тетке за упокой. Ну и всем остальным родственникам заодно. Теперь зайду числа 18 сентября. А я вообще-то в отпуске буду. А, я 18, может быть, уже вернусь из первой поездки. Там у себя зайду. Может быть. Эта сосна красивая, маленькая. Крымская, наверное, карликовая. Так, будем снимать на ходу, потому что вот здесь я обычно кофе беру, кофикс, 90 рублей всего стоит, вот, но сегодня не буду брать кофе, потому что где кофе, там и пирожное, там понимаю, когда у племяшки был день рождения, я зашла, там кофе попила, но часто баловаться не стоит, магазин Аленка. Тоже ничего не надо. Не буду ничего брать. Блин, бери. Вот сюда. Один раз заходила. Но тоже баловаться особо не стоит. Блинами. Пойдемте к фонтану, что ли. Хотя здесь тоже шумно. Кафе «Булка». Очень интересно. О. Кстати, тут можно где-нибудь сесть, посидеть. Хотя тоже народ кругом. Так. Только что видела тут собаку, которая тут в воде балахталась. Ну, куда-то она убежала. Пожалуй, сяду, посижу, что ли. Так, ладно. 5 минут посидим. И пойдем дальше. Наших пока не видно никого. Ой, вы меня там не потеряли? Я пропала, давно не выхожу в эфир. Уже дня два, наверное. Последний раз выходила. Дня три назад. Наверное, в субботу утром еще. В воскресенье у меня был выходной. В понедельник я ездила на учебу, на работу. Некогда было снимать. Вот. В понедельник на учебу ездила. А во вторник мы ездили на кладбище. Вчера. Так, пойду я потихоньку, пожалуй. Не хочу. Везде народ, блин. Нигде не посидишь спокойно. Наших никого не видно. Кто-то в отпуске. Кто-то еще не пришел, кто-то на другой территории. Пока никого не вижу. Сегодня, кстати, обещали 30 градусов. Я сегодня в розовом платье. На учебу ездила в белом. И, короче, мы там пошли на обед в столовую. Я чуть-чуть облила супом это платье. Ну, капнула одну каплю. Салфеткой быстро вытерла, влажной.
Но все равно немножко пятно осталось. У меня уже и суп после этого есть расхотелось. Не знаю, куда я поперлась, зачем взяла суп в этом белом платье. Тем более, если есть, не умею аккуратно. Ну, ничего страшного. Короче, приехала домой. Нашла еще два пятна на этом платье. Сзади было три пятнышка маленьких. Видимо, от этой грязи московской наступила где-то в лужу. Вот. А потом посмотрела, там же у меня шея прям под горлышко, это кружева эти вязаные, как удавка на шее. Потом посмотрела, еще тональный крем оказывается, ну не крем, а пудра. Все это на шее, на платье, на этом. Иногда еще, вот, если волосы крашеные, если только покрасила, то неделю-две могут волосы, от волос краска еще может на воротнике быть. Ой, ну короче... Постирала я это белое платье свое. Не знаю, как оно гладится. Еще ни разу не стирала, не гладила. Ну, я думаю, что утюг там больше, чем на 30 нельзя. На синтетику там чуть-чуть прогладить. Не кружевные воланы, а именно те, которые из материала, которые помялись. Потому что такую красоту можно зажечь запросто. Надо аккуратно гладить. На 30 с водичкой, естественно. Я помню, как-то сожгла юбку. Такой у меня белорусский костюм был, красивый, оливкового цвета. Я гладила юбку, по-моему, сожгла ее. То ли юбку сожгла, то ли жакет, я уже не помню. Помню, что от утюга уголочек прям остался. По-моему, платье, ой, этот жакет, костюм, по-моему, я это... Где-то прям на груди. Можно было, конечно, какую-нибудь аппликацию присобачить, приклеить. Но я, как всегда, такие вещи выбрасываю сразу. Ремонтом не занимаюсь. Во-первых, не умею, надо уметь или нести куда-то. Ну, приклеить-то, может, смогу, но еще надо подобрать, чтобы нормально смотрелось, не очень глупо. Так, ладно, все, сейчас пойду я дальше на работу. В общем, съездили куда хотели, на кладбище. Вчера тетку навестили, хотя у нее 15-го день рождения и годовщина тоже смерти, один год. Но мы как бы 16-го только смогли поехать. Там как раз мы там пока к своему там подошли. Пока к своим подошли, там постояли. Ну, цветы купили и сыну там положили, 4 гвоздички розовые. Тетке положили 4 красные. То есть пока мы там стояли, потом родственники подъехали, брат с сестрой двоюродные. В общем, ладно, ребятки, пожалуй, меня не теряйте, я буду иногда появляться. Часто выходить не буду, но раз, два, три дня по настроению буду выходить, хотя, честно говоря, смысла в этом большого не вижу. Всем пока-пока.